если бы завтра был конец света, я бы провалялся с тобой весь день в постели. Это если бы завтра был конец света, я бы провалялся с тобой весь день в постели. Это я бы провалялся с тобой. Ты знаешь. Привет, девочки. Привет, мальчики. Этот, у нас сегодня финал, так что давайте, шуруйте. Ага, финал нашего любимого сериала «Дневник волшебных домохозяек». Вы тоже собираетесь смотреть? Каких домохозяек? Волшебных. Сегодня финал Лиги чемпионов. В Мадриде. В Мадриде? Отлично, туда и валите. Так нельзя, мы уже скупились. Ого, ну так располагайтесь. Только смотреть мы будем сериал. Угу. Значит так, девочки, ноги в руки, взяли свои телефончики, планшетики, закрылись в комнате. Не имеете права, потому что это общий диван и общий телевизор, и мы его заняли первыми. Хорошо, значит я сейчас кого-то вынесу отсюда вместе с диваном. Так нельзя. Нельзя. А так можно? Сегодня Лига чемпионов, я этот день, можно сказать, год жду. А сериал уже 3 года идет, и сейчас финальная серия, понимаешь? Значит так, либо мы сейчас выходим, или я не или знаю. Я тебя выселю из хостела. Ты меня услышал? За что? Я ж... Во-первых, за грубость. А во-вторых, кто-то сломал кран на кухне и уже целую неделю обещает починить. Угу. Так, ну, во-первых, не неделю, а 5 дней. Во-вторых, я починю, но только не сегодня, не в день финала Лиги чемпионов. А Тим мне розетку над кроватью спалил. И уже месяц обещают, да? Всего 3 недели. А Гриша мне кровать сломал. Я теперь скатываюсь постоянно. Это не я, а она сама. Вот я тебе говорила, не надо кого попало пускать в кровать. Чего вы ржете? Чего вы ржете? Пока не почините казенное имущество, никакого финала Лиги чемпионов не будет, ясно? Сейчас. Ну, Леночка, ну, зайка, ну, тут же так... Зойка, у тебя в штанах. Ты меня понял? Для тебя Илона Аликовна. Хорошо, а если мы все починим? Починишь, будет другой разговор. Куда финал? Нормально, финал еще не часов. Финалочка. Ты видел, меня не зайдет. Финалочка. Лошара. Реклама. Воу! Это типа вот, это вам. А зачем? Ну, вместе с пиво пить, Гриша, как? Веселее, веселее его пить вместе будет. Только вы же не думаете, что мы разрешим вам смотреть футбол? Кстати, да. Все для вас. Да? Да. Не, ну отличная идея, мне кажется. А кто придумал? Тим. Тим придумал. Тим, ты молодец. А Гриша, кстати, вот спонсор у нас. Вон. А я знала, миллионер из трущоб. Нет, самый лучший. Гриша, ты самый добрый человек на свете. Жаль, только чипсов нет. Я их так люблю. Есть! Целых 3 пачки. О! Давай. Вот они. Вы просто волшебники. Еще и мои любимые. Подготовился. Так, стоп, а эти? Розетки, кран, кровати. Починили? Да, все сделали. И кран, и розетки. И Гриша у нас вообще отличился. 2 кровати починил. Не, ну вот я всегда говорила, можешь, если хочешь. Да. Молодец, молодец. Раз такое дело, я предлагаю, ну, выпьем за это, да? Давайте.
Поима. Ой, спасибо. А, спасибо, да. Выпьем за то, что все молодцы. Вот. Да. Угу. Ура! Да. Класс. Ты прикал? Ага. Сейчас будет. Начинайте. Класс. Что это с ними? Устали, наверное. Эй, мальчики, тут еще ваш финал идет. Вы будете смотреть? Кричали: футбол, футбол, финал. Мальчишки, просыпайтесь. Давайте. Слышите, давайте, давайте их оставим. Может, они еще на дополнительное время просто. Угу. Какой? Пиво осталось. Жирно. Аккуратно. Оп, оп, оп. Ничего себе вырубила. Так. Блин, на чипсы лег. А ладно. Я ему пивасик оставлю, может, еще проснется.